זכורה קדושה על כל אדם לבקש מחילה בערב יום כיפורים מאביו ואמו על כל מה שחטא ופגע בכבודם. Человек говорит, святая обязанность каждого человека просить прощения у отца и матери, если он или она, их уважение не привели в действие, то есть не уважали папу, маму. Мишоне осеке никра хоте. Если человек этого не делает, его называется, что он большой грешник. Ум зальзель бихот авиве имо. И не уважает, то есть не, как бы, не уважает уважение папы и мамы. То есть, микол маком, имя бен ло асаке, нимхалу ло белибам. Но если сын этого не сделал, то, конечно же, родители должны простить в своем сердце. Вимру бифихем бифируш. И должны сказать, что мы прощаем все, что ребенок сделал неправильно. Вехен ваал ваиша. Точно так же муж и жена им халу зелезе должны простить друг друга. Ал кола шер хату эхат клапея шени бамешах кола шана. В течение года то, что сделали друг между другом. Ведебру баказ ведеварим ашер локен. И если говорили друг с другом в как бы каз, это баджал, да, как на русском сказать? Сердито, да. Вахен кол талмид шеешь ло рав бейро, и вакеш бимену михела кодем йому кипурим. И ученика, которого есть равен в городе, должен попросить прощения до йом кипур. Матову шекол адам йомар шеху мохер вусурер лохол мишехата кенегдо бен бгуфо бен муно. И, конечно же, если человек скажет, что я прощаю всех, те, кто сделали мне ущерб на тело, и те, которые сделали ущерб физически и морально, и деньгами тоже. Умаши наима, унежу на губы кцата кейлот, и хазан должен говорить перед Йом Кипуром, пожалуйста, простите каждый друг друга. И все обычно люди говорят, прощаем. Везеу, медата хатува, влибам нахон шель, зера Исраэль. И написано это, семя Израиля, то, что мы прощаем, мы никогда не держим сердце. И тут написано очень страшная вещь. Если человек не прощает, но наверняка он не с евреев. То есть это не наш, это что-то там нехорошее внутри. И поэтому евреи, все, что против евреев не сделают, у нас есть сила для того, чтобы прощать. Знаете почему? Потому что мы знаем, что это не этот человек сделал. Это Всевышний отправил этого человека, да, немножечко там в голове у нас глупости бывает, да, у нас написано, человек гуно не делает, пока две его ноги в его голову не зайдет. И поэтому, да, руахштут. И поэтому у нас, если мы делаем какой-нибудь грех, то запомните, что мы немножечко дивона, руахштут, у нас в голову зашел, это немножко руахштут. И если кто-то против нас грешил, естественно, этот человек по глупости сделал. Но кто отправил этот дисбаланс в голове? Всевышний отправил этому человеку, чтобы он тебе что-то сказал или что-то сделал. И поэтому мы, евреи, должны знать, что это не этот человек, это Бог от меня что-то хочет. И поэтому этому человеку мы должны найти силы простить. Безрад Ашем, если не прощаешь, то это не наш человек, это не еврей, не дай Бог. Хас в шалом. Барух Адонай ла олам. Амин ва амин.